Первым делом усаживаемся, пристегиваем ремни безопасно. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Привет, меня зовут Влад4, Глен. Сегодня мы снимаем с пацанами 24 часа. Давайте расскажу, что сегодня будет происходить. У нас есть Вов, мы будем добавлять туда разные всякие штуки. Челленджи, разные испытания. Ну, то есть, понимаете, мы внутри, например, собрать Дженгу. Ладно, давайте поскорее уже залазить. Здорово, грузовик, давно не виделись. Ну что, я угадал, ребята, в первом раунде Дженга. Собрать Дженгу на ходу — это очень сложно. Помогать, чтобы мы в эту игру поиграли, придерживаться. Остальные достают. И так вот смогли поиграть в Дженгу, и она не рухнула на первом же повороте. Давай, так, Серега, все, готово? Давай. Ставлю. Ты не тот! Серега, верни! Он достал! Ну нельзя возвращать. Делать это когда... Ставлю. Ну мы уже, я вам скажу, нормально поиграли. Я держу максимально. Пацаны, пацаны! Все, что достается. Ну я держу, пацаны! Тут как бы я не придерживал, он упадет. Ну, упадет на первом же повороте, но мы этажей 5-6 построили. Мы должны взять и сделать вот так. Просто спуститесь под этот ролик и нажмете на лайк. Кружок вокруг ангара. Переходим ко второму. Также у нас есть основа для пиццы. Эту пиццу здесь сложить. Тихо. Пацаны, держимся. Все, пицца все, собрано. Ну, пицца должна со всех сторон. Двигаемся. Давай. Тихо, Серега. Пицца, жарься. Что происходит? О, это был светофор! Держим! Тихо! Давай, возвращаем, пацаны. 3 секунды не прошло. Все! Мы приехали, пацаны. Красавчики! Что ждет нас в этом раунде? Костюм сумоистов. А? Понимаете, что будет, да? Сейчас будет сумо. Так, одна нога зашла. Почти. Одна рука. Все, вторая. Победа. Я выиграл? А как встать? Подожди, ну. Че тут притворяется, реально, притворяется. О, вау, Серега, ты спас. Ну, или? Да. Блин, давай его вместе. Начальник, тормози, пускай не вылетит. А ну, иди отсюда. Все, кати, выталкивай. Нет, 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 не чисто. Ставьте дизлайки, ребят. Ты сейчас... Наруто. У тебя. О, а ГУЛАГ это в какой игре? Блин. Ребята, если помните, в какой игре есть ГУЛАГ, напишите в комменты. Блин, я не специально, это все машина. Да что ты говоришь, моя хорошая. Вот это скорость. По-моему, он очень сильно разогнался. Специально все продумал, он меня сюда засунул, чтобы потом на меня... За этот день, когда на тебя падает Влад4 в костюме сумо. Фига себе, ты Серега! Что мне сказал? Иди! Серега! Серега, помоги! Ребята, мы вылечить наши вирусы, нужно эти вирусы полопать. Шарики на себе, у нас их одинаковое количество. Так, так, вы готовы, пацаны? Да. Да. И раз, два, блин, здесь закрытое пространство. И немножечко. О май гаш! Ай, Глен, так, последний шарик. С ума сошел. Не лопается! Полопайте на мне, пацаны, я не могу! Блин, ребята, в глуши! Очень сильно! Я был первым, второй был Влад4 и Серега. Челленджи, Глен в этом, в следующем должен победить я. Посмотрите, какая у нас там конструкция. Классный на нас мерч. И посмотрите, когда Сережа уже носит 2 месяца. Идеально. Уже набрали скорость и начинаем выполнять челлендж. Вот и победил. Я начну первым, потому что, ну, я пока что проигрываю. Красава. 2 из 5. Смотри, 3 из 5. 2 из 5 тоже хороший результат. Так, окей, погнали. Блин. Раз. Так, 3. Умножить на 2. Да. Подписчики, напишите правильный ответ. Подвохом. Никакого подвоха. Просто нужно посчитать. Так, у меня есть шанс победить. Давай. Какой у тебя шанс? 2. Нет, пока только 1 с Владом. Ну а Глент пока впереди. Это. Стаканы
с водой удержать. Держат с двух боков два человека. Да. Глент будет смотреть в стороне. Работа. И если мы это уроним, как нам здесь вообще потом тусоваться? Круг, чтобы ни один стаканчик не свалился. Ой. Дженко. Какая Дженко? Извините, чуть не забыл. Что тут осталось? Во-во-во-во-во-во-во-во. Может, покачаем? Телочки нужно крутиться, я думаю. А мы уже осмелели. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Крутимся. Начнет уже качать. Тихо-тихо-тихо, дай право от меня стакан. Так-так, хорошо. Какой ты двигаешь? Глент, тихо. Ошибка. Глент, ошибка. Не отвлекай. Через нее. Пониже сядьте. Я знаю. Ставь. Ты со всех стаканов слей по чуть-чуть. Так. Тихо. Держим. Мы держим. Ты видел? Мы, блядь, не теряем бдительность. Водила, сейчас все злее. Главное понять, вовремя понять момент. И надо всегда думать, куда повернуть, чтобы выровнять. Дай мне... Нет. Специально, просто очень сильно затормозил. Меня просто... Начали отлично. Вот один стаканчик упал, мы сразу много стаканов. Это всегда достойно лайка. У нас комната здесь. 50 тысяч новеньких шариков. Мы купили их специально. Ребята, прыжок. Плавать прям. Пацаны, мы сейчас будем летать, походу, в этих шариках. Водила, давай еще! Полегче! Красивый белый шарик, похож на снежок. Снежок! Смотри, Глента волна захлестнула. Где Глент? Кроссовок потерял. Помогите найти кроссовок. Он... О, кроссовок нашел. Снежки только белыми. Давай добросух. Да, давай. Надувная утка. Серега, лови. Сейчас будет таковым. Он должен сесть на утку. Серега, справишься? Не знаю, сейчас проверим. Поехали. Опа. Давай, Серега, греби. Мамель. Я, пацаны, я попробую путем раскачки. И давай, разворачивайся обратно. А Серега участвовал хоть раз в полото лава? Нет. Блин, может, все-таки, пацаны, снимем пятую часть? Тебе пятую часть полото лава? Я бы очень хотел. Пишите в комментах, давай полото лава 5. Там ролик еще круче, чем четвертая часть. Мы попробуем. Так, ну что? Твоя очередь. Давай. Вот это скорость. Да, сейчас. Блин, на самом деле очень прикольно, очень ярко и круто. В том, что нужно устоять на серферской доске. 3, 2, 1. Волны океан, плюс 30. Мой результат. 3, 2. Как у тебя с серфингом? Ни разу не было. Получается. Нет. Серега, давай, Серега, у тебя как серфинг? Погнали. Первая волна. Выстоял, Сережа. Волнами, но с пятой не справился. Стоял на доске. А вы простояли меньше. Теперь по челленджам 1-1-1. Даем кубик Рубика оператору. Он куда-то его прячет. Наша задача найти кубик Рубика. Среди на ходу. Ну что, Саня, давай прячь. Можно искать? Так, можно искать кубик. Где он? Где? Так, ищем. Здесь. О! Я тебе говорю, да, я бы тебе сказал, конечно. Ну что? Нет, там нет. Катенька. Ты что, с ума сошел? Искали. Там. Понятно, я от вас пошел. Серега, победитель. Ой, приятно, просто полежу. Если вам понравились сегодняшние челленджи. Канами. А мне держать баланс. А мне искать кубик. Понравилось? Подтвердите это лайком. И Серега, всем пока-пока.